Я заметила. Гриша заметил такую вот надпись на печенюхе, вернее, картинку, и тут что-то типа шоколада, да? Ого! И, в общем, нужно макать теперь. Нужно, нельзя ждать. Да? Так, а на завтрак у нас яичница и кофе с молоком. Почему я всегда выбираю? И печеньки. Башка с девушкой приехали. Красота мне. Петунья. Огоньки. Это фиалки? Нет, это петунья. Петунья? Вот такую сейчас красоту мне муд привез. Начинается мой день рождения. Я его на самом деле не очень люблю. Не знаю почему. Но вот цветы обожаю. Ух ты, заходи. Поздравляю с днем рождения. Да ты же моя красавица. Какой ты красивый тюльпанчик мне подарила. Спасибо большое. Спасибо большое. А кто ко мне приехал? Это что? А кто еще приехал? Как тебя зовут? Помада. А, это помаду ты? Это твоя помада или это тоже мне? Это моя. Твоя, да? Так, а прическу проверять будем? Будем делать? Не, я не хочу прическу. Не хочешь? Будешь сразу. Зенька, ты готова? И я готова. А Зоя не одета для церкви, она не в юбке. Ну, как бы девочкам надо в юбочках, да, Зой? Ага. Поэтому Зоя будет пока гулять. Риш, я бы тебе посоветовала, может, там штаны одеть или да там... Я сейчас... Ну, хорошо. Риш, можешь тебе на батуте попрыгать, хорошо, Зой? Не, я не хочу. Не хочешь? Ну, тогда Гришу бери за ручку. Пошли. Я, в общем-то, собираюсь в церковь. Потому что сегодня собеседование, Колю будем крестить в следующую субботу, по-моему, в субботу, в общем, 5 мая. И в церкви собеседование у крестных, я буду крестная, крестная, к сожалению, не может. Ну, вот так вот, но я могу. Так что к 9 еду, без 10:09 я поехала. Я выехала, думала, конечно, что это поле будет зарастать, но представляете, его... Что тут делать? Дискуют, баранует, не знаю. Ну, в общем, от травы. Потому что оно бы тут вскоре заросло совсем. Это потому что здесь ничего не будут сеять. Здесь будет участки для многодетных. Ну, какая-то часть, и какая-то будет на продажу. Я уже дома. Заплели Зоечке косичку. Покажи. Косичку-то покажи. И такая теперь у Зои есть косичка, да? Ты красавица? Как, все как я люблю. На обед у меня будет супчик. Я купила курочку небольшую. Вот это уже второй бульон. То есть первый я вылила. Не знаю, родня считает, что я вообще туплю, когда я так делаю. Как вы вообще считаете? Я это недавно стала делать. Выливать первый бульон и варить все на втором. Вот. В общем, это будет супчик или борщик. Что там за белочка у меня прыгает? Или ты кто? Я. Ты Зоя, а как твое отчество? Нормально. Нормально твое отчество? Угу. Это хорошо, что нормально. А мы тут еще и пазл успеваем собирать. Да, Зоя? Да. Зоя нормальная называется, да? Давай я сейчас эту веревочку уберу. Ты как лошадка, да? Побежала. Ты белочка, да, в колесе? Бегаю. Ты бегаешь? Да. Григория сегодня рабочий день. Гриша, ты вообще те брюки одел, которые я тебе дала, или грязные? Иди, успеешь, иди. На тебе. А что, 18? 18 да? Тебе. Обалдеть. Так что жри здоровую. Ой, жри, кушай. Да. О, уже не 18. Ты так еще погорит и вообще. Ура! Я такая прям. Ну ты ж с цветами-то люблю.
А я, как приличная жена, варю праздничный борщ. В общем, решила сварить борщ. Мы вообще-то собираемся, я уже, по-моему, это 100 раз говорила, куда-то сегодня поехать. Не знаю, насколько это получится, но борщ нужно приготовить, чтобы как минимум сегодня и завтра его покушать. Сегодня на ужин, завтра на обед, если никуда вдруг не поедем. И подметаю параллельно под навесом. Половину навеса уже вымыла. Сейчас дорежу еще в борщ, добавлю томатную пасту, болгарский перец замороженный, капусту порежу. И все, и пойду еще немножечко там поработаю. А потом приду и добавлю зелень и чеснок. Я уже собираюсь. Помыла голову. Сейчас пойду накрашусь и высушусь. У меня тут еще подарочки. Подарили мне стаканчики. Смотрите, какие они клевые, прям вообще квадратные, и внизу еще такая гравировка. Ну, в общем, мне очень нравится. И плед. Нам будет чем заняться. Вечером будем греться под новым пледом. В общем, супер. Я люблю вообще пледы, я люблю их менять, и как раз сюда на кухню положу новенький. А вот этот уберу. Все, я уже собралась, немного накрасилась. Губы мне теперь, я не помню, я показывала или нет, супер. Классная помада, мне она очень нравится. Хочу еще в других оттенках купить ее. Вот она, 15-й номер Maybelline New York Superstay Matte Ink. Ну, в общем, вот такая вот она матовая, и ее, что называется, фиг сотрешь. Она только маслом стирается, то есть средством на масляной основе. Либо просто там оливковым подсолнечным маслом потереть губы, и все отлично сходит, но даже когда поешь, она остается на губах, и это вообще здорово. Она так красиво прям сходит, не пятнами. Мне понравилось. Заказывала на Wellberries. Все, мы собираемся. Я все проверяю и съем Рафаэлку. Спасибо огромное, любовь. За мою любовь. Я обожаю Рафаэла. В общем, собрались в ресторан. Со своими продуктами. Пусть нам из них приготовят. Да. Дадим, как в японский потом. Да, да, да. Со своей пойманной рыбы, да? Ети. Я вообще купила хлебцы, чтобы поесть перед рестораном. Только в России так, типа на день. Ой, мы уже все проехали, но тут такая пробка перед титеровкой вообще. Кто тебе поверит, а? Тут вообще никого нет. Мы одни. Не дать обстановку. Да, так что люди... Не верьте этой. Будьте в Краснодаре, не едьте в титерах. Так, мы приехали на Красную площадь, потому что дальше меня явно укачает, поэтому, а там дальше пробки. Если в Титеровке пробки, то и там пробки, поэтому будем здесь гулять. И тебя укачает. Все, пошлите до папы, папа припарковался. Мы прям удачно припарковались. Тренер. Ты с тренером? Тут даже эти, да. То есть здесь даже детские костюмчики. ПК Кубань. А. Класс! Потому что у Красной площади тоже день рождения. Не знаю. Так, мы в Остин зашли, будем теперь тут брюки искать. Антохи, тебе, да? Вот эти. Нет, тебе нужно яркие, пошли смотреть. Где тут все для мальчиков? Так это что, для мальчиков? Так, пошли. Здесь тоже написано Kids. Я вижу, вот. А, ну да. Классные. Антош, тебе нравится? Да. Мне не ноги, Антош. А мне тоже нравится. Я не хочу один восток. Тебе нравится, Антош? Купили, мы выбрали вот такие штанцы. Ну прям классные. Я рубашку. Да, сейчас надо что-то наверх, именно белое.
Покажитесь. Все теперь примеряют шляпы. Тебе надо, тогда стань хорошо. Ну да. Ну это ж... Не, ну не надо. Там в детском отделе, по-моему, тоже были. Это ж не с детского отдела. Ёлкино! Я так рада. На тренера. Ну, наверное, что... Ну, сейчас уже. Сейчас 20:23. Пошли посмотрим, что там свободно, не свободно. На тренера хотим. Да, сейчас. Кого там тренер веселый? Это ж про футбол, как ты хотел. Ты ж хотел про футбол? Мам, я передумал. Я хочу вот это. Че, пока кино отменяется. Как тогда, мои ё-моё, накидались быстро-быстро, у нас же сейчас... Я хочу... Мы на третий. Вот этот парень пытался с лифта спрыгнуть, видишь? Так и замер. Классно я придумал историю. Нет. Нет? Ужасно. Мы пришли, как это называется, стейкхаус? Да, Сержей? Тутук, ты где? Садись с мамой. У нас тут какие-то супер диваны. Это на Красной площади на третьем этаже возле этого ресторанного дворика. Ты бургер хочешь? Бургер с говядиной всё. Угу. Запомнил? Это пицца. Так, стейкхаус. Короче, мы вышли оттуда, чего-то меню нам не очень, поэтому сейчас пойдем. Причем мы зажрались, походу. Что там у меня нету? Да? Идем дальше. Может сюда? Теперь мы куда-то пришли опять. Мам, я не компас. Как это называется, пап? Ты не знаешь? Вот это вот все. Гриль Тарантино. Мы сейчас заходим и сразу пойдем в это. Да, что просто в Макдональдс зайдем и поедем. Вот что мы зашли, куда? В Тарантино. Слышишь, ты что, воронку сюда везли? А я... Нет, мне нравится, что закуски теплые, мидии, а потом гренки бородинские сразу. То есть как бы на любой... Не, ну на любой выбор. Либо за 560 закуску тебе, либо за 95. Я удивлен. Какие тут обои? Видишь, какие тут? Ну, такое, для меня это мрачная такая обстановочка. Я такую не очень люблю. С днем рождения, любимая. Так, ты только положи, ты сейчас уронишь вилку и нож. Да, давайте пробовать это мидии. Ты будешь пробовать? Мидий больше нет. Есть картошка фри с сырным соусом. Да, 4 штучки. Сколько я видел. А у папы красивая. Гришки. Какая английская сковородка, да? Афоня, мы тоже ж хотели туда же его. Сковородку? Горячущая? У папы какая-то итальянская, да? Горячая очень. И пюре все есть. Блин, обалденная, конечно, сама даже подача. Прям супер. Вон Тохи карбонара. А вот это настоящее. Колбасы мы с сосисками, да? А картошка с картошкой? Картошка фри с пюрешкой, да? В общем, тарелка тут. Картошка с картошкой. Вообще замутили, офигенная тарелка. А те, что не раскрылись же, те, значит, ну, плохие же, да? Их же выбрасывают. Ну, если плохо, они такие же есть в мире, но у них куча песка в них. А, внутри? Да, внутри. Раньше, знаешь, как корабль подымали, а они... А мы уже дома, сейчас будем разбирать покупки. Все, холодильник раскладывать. Да, у меня же сегодня был гамбургер со свечками в обед, сынок. Где? Нет. Где два? Тут что, нет двух? Где сколько будет у меня? Она... А в этом году? Три. А вон два. Три. Сколько у тебя будет?